Footages for this video were provided by our friends from the World War II Pathfinder channel. These guys are searching for the World War II military artifacts. We highly recommend that you subscribe to this channel. Find the link in the description below. Открываем ящик. Ого! Вы это видите? Офигеть! В общем, вот такие вот штуки очень опасные. Там в раскопе торчит кусок алюминия. Похоже, это кружка с фляги, манерка. Наконец-то вроде бы хоть что-то из бытовухи поперло. Лопатой немножко задел, конечно. Вот такой вот стаканчик. Сейчас от земли его очищу. Вот здесь вот дырочка такая небольшая есть. Вот так, в принципе, бодрый стаканчик. Неплохая находочка. Ура! От фляги. И смотрите, как я его лопатой зафигачил. Абсолютно целый стаканчик был. Эх, ё-моё. Гребаные камни. Так, друзья, уже время 8 часов, вечер. Нафанил еще одну яму. Такие вот штуковины оттуда гнилые достал. И вот какой-то пенал интересный. Непонятная штука. Сейчас будем открывать. Так, открываем, парни. Открываем. Так. О-о-о-о. Давайте переверну на эту сторону, что-то уже выпало, какая-то пружинка, ну ладно. Вот она какая штука. Внутри шильда какая-то. Это что такое, отвертка что ли? Пружинка. Еще пружинка. Так, что здесь еще-то такое? Тряпочка какая-то. О, ключ. Ключ. Так это минометный пенал, похоже. А это ключ от миномета. Да, сохран, конечно. Печалька с какашкой вместе. Так, ладно, шильды тут есть. Так, а что здесь-то? Подождите, какая-то коробочка. Секундочку. Так, коробочка пошла. Так, давайте поближе. Так, что же внутри-то коробочки, сам не знаю. Парни, там пусто. Блин, внутри пустота. Жаль. Пытаюсь откопать. Вот здесь вот такой кусок большой железа лежит. Не знаю, что это такое. То ли люк, то ли еще что-то. В общем, какая-то броня. А, офигеть! О! Что это такое? Что это? Это щит, что ли, этого из Марвела, из Мстителей, парни? Офигеть. Смотрите, какую фигню откопал. Охренеть. Блин, неподъемный просто. Вот смотрите, парни, какую-то круглую штуку откопал от танка, запчасть. Тяжеленная, не поднять вообще, не знаю, килограммов, наверное, 30, а то и 40 весит. Ой, блин, даже держать тяжело. Сейчас, парни, достанем монету эту. Я ее сначала как бы отделю от грунта, попробую. Опа, нет, она просто отвалилась. Сохран вообще идеальный. Друзья, смотрите, монета просто идеальная по состоянию. Это просто пипец. Крутяк. Под вечер нашел место, где по ходу был взорван танк КВ-1. Это советский танк тяжелый, КВ-1. Так, вот еще попалась вот такая вот штуковина. Тяжеленная просто.
не поднять. Друзья, натворил какую-то серьгу. О, тяжеленная вообще, просто неподъемная, как и все запчасти от этого танка КВ. Смотрите, крутится. Так, сейчас, секунду, будем доставать каску. Ну, друзья, достаем каску. Офигеть, смотрите. Это наша шестиклепка каска. Ого. В ней даже сохранились скобы, крепления подшлемника. Смотрите, такая на вид очень крепкая каска, советская шестиклепка. Вот здесь есть осколочное попадание, антуражная такая. Парни, смотрите, только что достал какой-то электрический прибор с панелькой спереди. Может, это рация? Сейчас я немножко почищу с лица, посмотрим, что это такое. Друзья, почистил панельку немножко. Похоже, это рация танковая, советская, от этого танка. Здесь вот есть шильда, на ней номер есть, написано номер. Внутри тут всякие механизмы какие-то, шестеренки, лампы тут какие-то были, что ли. Штекер вот тут есть, внизу крышка. Отличная, отличная находка антуражная. Рядом с этой рацией вот такая вот штука лежала. Пробка на резьбе, такая массивная, толстая пробка. Смотрите, немецкая граната попалась. Яйцо в простонародье, она вообще вся в плохом состоянии. Слушайте, тут целый ящик, похоже, гранат. Вот, они уложены. Офигеть. О, парни, гранаты надо двигать. Двигаем гранаты. Нафиг, нафиг гранаты. Сейчас откопаю. Интересная ямка попалась. Достаем. Аккуратно. Аккуратно достаем. Опаньки. А это противотанковая кумулятивная мина. Ржавенькая такая. Так, в принципе, неплохо. Интересная. Крышка такая тоже печальная. Я накопал какого-то гранолина. Блин, опасного. Какие-то гранаты вон. Яйца, блин, пасхальные. Это затвор от винтовки Маузер К-98.